Всем привет! Две недорогие, но весьма прикольные посылочки. Давайте посмотрим, что там внутри. Это маленькая пластмассочка, держатель для очков в автомобиль. Это вешается вот так вот на козырек. Вот сюда одеваются очки. У меня под рукой есть такие вот велосипедные. Как-то вот так вот, наверное, это делается. Это висит на козыречке. Вот так вот очки болтаются. Не знаю, насколько это удобно, крепко. Придется бежать в автомобиль и протестировать это там. Добрался до автомобиля. Уже не очень светло на улице, но попробую, чтобы вам все-таки что-то было видно. Экспериментировать будем на пассажирском козырьке. Здесь еще хоть как-то свет попадает. Так, попробуем эту штучку примонтировать. Так, на козырек она держится достаточно хорошо. Вот эту пружинку можно было бы сделать, конечно, покрепче. Где-то здесь мои лежат очки. Давайте их попробуем. Ну, вот так вот они, друзья, висят. Попробовать поездить. Если они будут дребезжать, это, конечно, не дело. Вот так вот. Одной рукой, конечно, это неудобно делать. Асфальт неровный, несколько лежачих полицейских перепрыгнул, очки висят крепко, не дребезжат. Вывод простой: если ваши очки не влезают, очёшни, которые предусмотрены в автомобиле, да, не знаю, под какие очки этот очёшник сделан, но они сюда не влезают, тогда, в принципе, вот эта штука подходит, как бы за неимением лучшего. Откроем вторую посылку. Второй посылки у нас, да, друзья, это у нас такой вот прикольный штатив. Такая вот треножка прикольная, синенькая. И такой вот держатель для телефончика. Все это мы скоммутируем. Достаточно простая и прикольная фигнюшка. Так вот она гнется. Вставляем телефон. И вот так вот оно все стоит. Можно гнуть эту штуку. Опа, так телефончик падает. Так вот ножки в сторону. И он держится. Попробуем куда-нибудь его примастырить. Можно ставить вот так вот штативчик, допустим, на обеденный стол, включать свои любимые ролики на YouTube и наслаждаться просмотром. Стоимость их я не помню, но вот сюда вам сейчас его вставлю. Работать с этими большими шприцами неудобно. Сейчас я вам расскажу, как перекачать. Можно вот так вот зацепить на руль. Давайте попробуем. Сидеть, смотреть видосы. Всем рекомендую подписаться на этого парня. Прикольные видосы снимает. Вот он показывает, как можно отделить куриный белок от желтка. Прикольная штука, обязательно себе такую куплю. Еще один прикольный видос с канала Молодчина.
Всем рекомендую подписаться на канал. Интересные распаковки и самоделки. Такой вот интересный и забавный получился обзор. Если понравилось, поднимаем пальцы вверх. Подписываемся на канал, чтобы не пропустить новые видео. Еще увидимся. Пока-пока.